Всем привет! В этом видео мы построим вот такую вот серфинг-доску в Build World for Trash. Сначала я вам покажу, что эта доска умеет. Как она работает. Такая вот доска. Довольно маневренная. Скорость можно самим подрегулировать. Я вам потом расскажу, как это сделать. А можно отправиться вообще в путешествие по миру билд-бот. Так, сейчас попробую об камушек стукнуться и... И вытворять прикольненькие трюки. Также эта доска может иногда лазить по стенам. Главное, не перевернитесь и не стукайтесь. То будет очень больно. Сейчас я попробую сделать один трюк, стукнувшись об флаг. О, об дерево, дубл стук. На эту идею меня подтолкнул мой подписчик. Если вы тоже хотите участвовать в видео, напишите мне в комментариях, там договоримся. Я вам дам свой дискорд. А теперь время туториала. Ставим 3 блока масла, на него ставим блок льда и берем рулетку. Ставим масштабирование на 0.2 и строим небольшую платформу. Теперь поворачиваем блок на 15 градусов. Ставим его и снова масштабируем. Получается вот такой вот красивый угол. И также нужно сделать с другой стороны. Ставим, масштабируем. Готово. Вот такая вот доска получилась изо льда. Хорошо, что он не тает. Теперь ставим неон. Сначала включаем совпадающее вращение. И теперь ставим неон. У нас автоматически сразу крутится как надо. И делаем небольшие полоски для декорации. По бокам ставим небольшие тонкие палочки. И спереди и сзади ставим небольшие полоски. Главное не сделать очень тяжелую доску для серфинга, а то тогда у нее будет путь. Добавляем минимум декораций. Сейчас время механики. Ставим блок льда, масштабируем его под персонажа и строим небольшую коробочку, которая будет закрывать нашего персонажа. Наш персонаж должен быть внутри этой коробочки. После того, как 4 стороны уже готовы, нужно поднять вверх. Смотрите, какая у вас высота у персонажа, и поднимайте чуть выше. Также нужно построить крышу. Готово. Теперь мы выделяем их через Shift на компьютере или по отдельности можно на телефоне. Ставим прозрачность на 100% и сохраняем. Можем перекрасить в любой цвет, который охота. Но кажется, красный больше всего подходит. Сохраняем, и я вам сейчас покажу запуск. Убираем масло, отключаем фиксацию или анчор. И мы можем летать, но он слишком быстро поворачивает. И довольно шустрый. И мы можем спокойно, запросто куда-нибудь улететь. Поэтому сбоку строим небольшие палки. Похожие на крылья. Делаем немного пошире. И продлеваем до второй стороны. Только главное, чтобы они были одинаковые, и у них был баланс. Выделяем, ставим прозрачность на 100%.
Также эта палка слишком высокая, и поэтому она мешает моему серфингу. Немного регулируем, все готово. Сохраняем. Чтобы попасть в эту коробочку, мы выделяем одну стенку и отключаем там коллизию, а потом включаем после того, как мы в нее зашли. Теперь выбираем все. Убираем фиксацию, убираем массу, и мы можем лететь. Сейчас более плавно он как-то поворачивается. Можем добавить даже еще больше или еще меньше. Так мы будем регулировать скорость и повороты. Надеюсь, что у вас все получилось. Если вам понравился этот ролик, пожалуйста, оцените его лайком. Подпишитесь на канал. Также напишите свой комментарий. Также я забыл вам сказать, что лучше не переводить людей, пассажиров. Я вот сейчас попробовал. Вообще не поворачивается, не едет. Всем пока-пока.